Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Дети Большого Толка» – программа с интересными фактами, яркими событиями и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до просторов космоса. Знаете ли вы, какого цвета на самом деле Луна? Она вовсе не такая скучно-серая, какой кажется нам Земли. Барнаульский фотограф космоса под ником «Градиент» сделал снимки с помощью телескопа и выяснил, что на Луне есть области синего. Ученые считают, что именно там находятся залежи ценного элемента – титана. И еще один интересный факт про Луну. Вы же знаете, что на Земле бывает землетрясение. Так вот, на Луне бывает лунотрясение. Причем происходят они очень часто, по 10 раз за сутки. Одна из причин связана с падающими на поверхность метеоритами. Каждый день масса Луны увеличивается почти на тонну. Кстати, вы знаете, что в одной из школ Барнаула находится настоящий планетарий? А еще там есть космический корабль. Вы удивитесь, но работает даже МРТ-сканер для изучения анатомии. Обучение в научных кружках этого центра совершенно бесплатное для всех желающих. Пришло время путешествий. Смотрите наш сюжет. Рада вас приветствовать! Сегодня мы опустимся на дно океана и взлетим в космос. Посмотрим, как изучают науку в центре Талант-22. Современные научные направления для детей. Здесь школьники программируют станки и обучают роботов, а также учат квадрокоптеры летать. А вот это школьная доска. Смарт-доска, то есть умная. Она работает как экран телевизора или огромный планшет. И еще один необычный прибор. Это кульман. Доска с проектором. Очень удобна для изучения чертежей и карт. На ней при помощи стилуса можно рисовать. Ну а теперь добро пожаловать сюда, в астрономический полигон и мобильный медиа-центр. Тут настоящий планетарий. Можно удобно расположиться на подушках и смотреть множество фильмов о космосе или о подводном мире и его обитателях, круговороте воды в природе и проблемах экологии. За моей спиной уникальный для нашего края объект. Это интерактивный симуляционный комплекс «Буран». То есть мы можем побывать внутри российского космического корабля. Он предназначен, чтобы доставлять пилотов на орбитальную станцию «Мир». Внутри 12 мест для экипажа, 2 для пилота. Они управляют «Бураном» с помощью джойстиков. Первый пилот двигает руль вперед и назад. Это разгон и торможение. Второй наклоняет корабль влево и вправо. Вот мы и в космосе. Мы побываем на Луне и увидим следы, оставленные людьми. На Луне нет атмосферы, поэтому следы остаются неизменными. А еще посетим Марс, Сатурн, Юпитер и Уран. Удивительно, но здесь не только звуковое сопровождение, но и вибрации, как при полете. Еще одна гордость центра – стол Пирогова. Это интерактивный атлас, который позволяет изучать человека в 3D. Можно покрутить модель, приблизить или удалить. А можно убрать слой за слоем – кожа, фасции, органы, протоки, артерии – и увидеть скелет человека, каждую косточку. Химия, астрономия, биология, робототехника. Здесь каждый найдет себе занятия по душе и сложные, интересные задачи. Знаете, сколько школьников живут в России? А сколько в Алтайском крае? Об этом и расскажет перепись населения. Ее начали в 2021 году и обещали только в апреле подвести первые итоги. Зачем все это нужно? Об этом в нашем сюжете. Знаете, как зовут эту птицу? Випин. Имя образовано от сокращения «Всероссийская перепись населения». Что значит «всероссийская»? Что в переписи принимает участие каждый, абсолютно каждый гражданин. С 14 лет вы можете самостоятельно отвечать на вопросы переписчика, который приходит домой, или пройти перепись онлайн на госуслугах. Что же за вопросы в бланках? Это пол, возраст, место жительства, а также вопросы о том, работает человек, учится или уже на пенсии. А вот зачем нужна перепись, если данные о людях и так есть в свидетельстве о рождении и паспорте? Ответ прост. Не все живут по прописке. Человек может быть прописан в одном регионе, а жить и работать в другом. Но государству очень важно знать, как распределены люди и каков их состав. Эти данные и собирает Росстат.
Для чего же они необходимы? Чтобы знать, хватает ли в каждом городе школ, детских садов, поликлиник, достаточно ли транспорта. Так что нужно обязательно участвовать в переписи. По итогам могут принять решение строить в крае новый бассейн, ледовый дворец, детский сад или даже метро. Ну и если вы не успели принять участие в этот раз, ничего страшного, перепись проводится каждые 10 лет. Еще успеете. Еще немного об интересных местах Барнаула. Здесь есть кафе, в котором работают котики, 11 настоящих хвостатых. Они встречают посетителей и развлекают их, ложатся на колени и мурчат. Периодически работники увольняются, их забирают домой посетители. Ведь все сотрудники кота-кафе из приюта «Бусинка». Благодаря живым встречам с людьми, они находят себе дом и любящих хозяев. Есть такая поговорка – коты для доброты, ведь они поднимают настроение. А вы любите рисовать котов? Умеете? Нас с вами ждет рубрика «Рецепты шедевра». В ней профессиональные художники учат школьников создавать картины. Так что смотрим и запоминаем. Сегодня мы напишем картину маслом. Это будет необычный кот. А еще мы познакомимся с новым интересным стилем под названием импрессионизм. Урок живописи для нас проведет барнаульская художница Марина Аджинян. Марина Аджинян – барнаульская художница, свободно говорит на армянском, грузинском и русском языках. Детство провела в Грузии. Марина много лет посвятила живописи, окончила институт культуры, трудилась дизайнером текстиля на фабрике, придумывала принты для детской одежды. Художница работает в разных стилях и техниках, пишет картины маслом и акриловыми красками, расписывает стены, одежду и елочные игрушки. Марина Аджинян – участник нескольких выставок в Барнауле, в том числе персональных. Дает живопись для детей и взрослых. Здравствуйте, дети! Я очень рада вас видеть. Мы сегодня будем рисовать котика. Берем карандаш в руки и приступаем к рисованию. Располагаем кота почти по центру, рисуем большой круг и стараемся симметрично изобразить глаза, уши, брови. Затем нанесем широкой кисточкой растворитель на холст, чтобы масляная краска легко и ровно ложилась. Наносим мазки на холст широкой кистью. Используем максимально сочные краски легко и быстро, почти не раздумывая. Такова особенность импрессионизма. Импрессионизм означает впечатление. Впечатление от человека, пейзажа или от животного. В нашем случае кота. Мы не стараемся сделать изображение реалистичным, максимально похожим. Наоборот, мы придаем ему настроение и характер яркими красками, широкими мазками. Чем больше оттенков темного и светлого добавим, тем живее фон. Чем больше цвета на мордочке кота, тем объемнее его характер. Здесь не может быть двух одинаковых работ, ведь автор пишет свое настроение, свое видение, пишет немного себя. У каждого участника свой котик. Мы все молодцы. До новых встреч. Бай-бай. Ну что, ты уже знаешь, кем станешь в будущем. Если вас тоже замучили с таким вопросом, не расстраивайтесь. Времени, чтобы определиться, у нас еще много. Да и интересных, необычных профессий тоже. О некоторых, спорю, вы даже не слышали. Например, бумажный инженер или мастер по пап-книге. Сегодня у нас в гостях Алексей Зауэр. Он может превратить плоскую картинку в объемную фигуру. А вот как и зачем, сейчас узнаем. Алексей Заур – обладатель редкой профессии – бумажный инженер. Создает необычную по форме упаковку и потрясающие объемные конструкции из бумаги и картона. Самолеты, автомобили, архитектурные шедевры, кукольные дома. Умеет сделать так, чтобы на книжном развороте выросла сказка в 3D. Сотрудничал с «Союз мультфильмом» и каналом «Карусель». Принимает заказы со всего мира. Мечтал быть дизайнером мебели. По образованию – учитель математики и информатики. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о своей работе. Кто такой бумажный инженер? Что такое поп-ап? Я вижу, что вы принесли с собой множество работ. Покажите их, пожалуйста. Да, сейчас все покажу. Вообще бумажный инженер – это человек, который создает из бумаги какие-либо конструкции. А поп-ап – это техника создания подвижных объемных иллюстраций. И особенность поп-апа в том, что в закрытом виде вся конструкция плоская, а в раскрытом она становится объемной. К примеру, как вот этот собор. Очень красиво, впечатляет действительно. Здесь особенность этого собора в том, что и внутри него есть такой механизм, который
задерживает конструкцию и не дает ей свернуться назад. И тем самым можно собор поставить, использовать как сувенир. Достаточно потянуть купол в сторону, и можно сложить собор. Получается, что вы создаете яркие, необычные, объемные, раскладные открытки и книги. Но сначала их нужно придумать и нарисовать. С чего начинается ваша работа? Вообще работа начинается с изучения материала, с изучения темы. Приходится, прежде чем сделать какую-то конструкцию, приходится изучать и литературу по этой теме. Иногда даже смотреть фильмы, мультфильмы, изучать историю. Если говорить о книгах, то, как правило, я работаю в паре с иллюстратором. То есть я создаю конструкции, а иллюстратор уже их раскрашивает. Ну, на самом деле процесс довольно очень сложный, что с моей стороны, что со стороны иллюстратора. Каждая деталь, каждый элемент конструкции имеет несколько деталей, которые расположены под разным углом. И мне приходится иллюстратору объяснять, где находится деталь, в каком месте она стыкуется и что должно быть конкретно нарисовано на этой детали. Допустим, если взять вот эту иллюстрацию, то нам надо, чтобы конь был нарисован отдельно, Иван был отдельно и так далее. Каждый элемент должен рисоваться отдельно. Потому что стоит сложная задача. Чем сложнее задача, тем мне интереснее ее решение. Допустим, когда мы с заказчиком обсуждали разворот для книги «Конька-горбунка», которая «Чудо-юдо рыбакит», я предложил, что, говорю, а давайте, пускай у нас кит открывает рот, и оттуда выплывают корабли. И на тот момент я даже не знал, как это сделать. И тем самым я сделал себе вызов, что, ну, усложнил себе задачу, чтобы мне было интереснее это все сделать. И вот я придумал, что мы тянем за рычаг, у нас кит открывает рот, и оттуда у нас выплывают корабли. Ничего себе, это выглядит очень сложным в исполнении. Да. Сейчас вот на данный момент я работаю над книгой «Конек-горбунок». Это будет большая книга, состоять из 7 разворотов больших. Один из разворотов уже мы сделали с иллюстратором в цвете. Вот так он будет выглядеть. То есть, когда мы раскрываем разворот, у нас здесь происходит небольшая анимация. У нас конь здесь шевелит головой, копытами, и видно, что Иван скачет на коне, и конь его хочет столкнуть. Помимо этого разворота, у нас здесь еще происходит смена сцены. Если мы потянем за рычаг, у нас встает солнце, появляется день, до этого был месяц. И уже видна другая сцена, уже показан сарай, в котором стоят две красивых лошади и конек-горбунок. Сколько времени у вас уходит на одну книгу? На создание одной книги уходит около года. Здесь надо понимать, что идет здесь командная работа. Алексей, у вас очень красивые книги. Какая из работ ваша любимая? На самом деле я люблю и горжусь всеми своими работами. Каждая работа, она по-своему хороша. И в каждую работу я вложил часть души и свою любовь. Вот, допустим, одна из самых моих первых работ – это книга, посвященная белокурихе. Какая большая. Да, она на самом деле большая книга. Здесь у нас есть несколько разворотов. Это все выглядит очень правдоподобно, даже канатные веревки. Да, на самом деле здесь, кроме больших разворотов, также есть еще небольшие маленькие развороты, которые также можно посмотреть, что там происходит. И помимо самих разворотов, эту книгу можно еще разложить в большую полноценную карту. То есть она вот так вот раскладывается. Еще разворачивается. Да ладно, в две стороны. Жители Белокурихи, наверное, в восторге от этой книги. Вот, и получается такая у нас полноценная, такая объемная трехмерная карта курорта Белокурихи. Это выглядит очень красиво. И настолько правдоподобно, места узнает каждый, кто здесь бывал. Спасибо.
А я напоминаю, что у нас в гостях был представитель необычной и очень редкой профессии – бумажный инженер, мастер по пап-книге Алексей Зауэр. Отличное интервью, большое спасибо. Только в нашей программе вы сможете узнать столько нового, что вам захочется еще и еще. О том, где в Барнауле цветут красные бананы, проводятся уроки истории шоколада, кто такой ледовар. Все это в наших следующих выпусках. В чем сила? В знаниях и не в ньютонах.